Итак, я продолжаю серию уроков, как подключиться к партнерской компании AIR. В прошлом видео мы прошли два этапа. Первый этап – заполнили анкету. Второй этап – через пару дней получили письмо на почту и настроили свой канал. Значит, в этом письме, вот оно первое, вот мы подключились по этой инструкции, инструкция по техническому подключению. И далее нужно обязательно, когда вы это сделаете, в течение 5-20 минут после выполнения вами действий, согласно пункту первого, то есть вот этого, пункт первый, вот мы подключились. В настройках каждого ролика на вашем канале появится дополнительная вкладка «Коммерческое использование». Вам необходимо настроить монетизацию каждого ролика отдельно. Для этого воспользуйтесь инструкцией по настройке монетизации видео по ссылке. И вот эту ссылочку я уже открыла. Значит, здесь подробная инструкция, как настроить свой канал. Значит, я уже подключаю второй канал и могу сравнить. В прошлый раз действительно я все настраивала вручную, как в этой инструкции. Сегодня же я обратила внимание, что все настройки произвелись автоматически. То есть я вчера не сделала этот объем работы, я не стала каждое видео. Вот сейчас зеленый доллар стоит, вчера он стоял серенький. Я решила сделать это сегодня. И когда я зашла в настройки, как указано в инструкции, значит, через менеджер видео изменить. Это все есть подробно в инструкции. Теперь нажимаем монетизация. И здесь немножко другая картина сегодня по отношению к инструкции. То есть здесь по-другому написано, но галочки проставлены, как бы больше ничего доставлять не надо. То есть сейчас все автоматически. Почему я это поняла? Потому что эта настройка показана для роликов длительностью менее 10 минут. А есть еще настройка видео более 10 минут. И вот здесь нужно было ставить эти галочки и прописывать еще время, когда нам вставить рекламу можно в середине ролика. Так вот, прошлый свой канал я настраивала это вручную действительно. Я каждое видео прописывала время и все галочки ставила. Сегодня же, вот смотрите, видео на 20 минут, заходим изменить. Кстати, можно просто нажать на доллар и будет то же самое. Ну, сделаем, как в инструкции написано, изменить. И теперь вкладочка монетизация. И вот, как вы видите, уже стоит время. То есть его можно поменять, конечно, это время. Вот у меня ролик на 20 минут и на 8 минутах 16 секундах я разрешаю вставить рекламу. То есть если будет свободная реклама, ее туда вставят. Тут время можно менять, только обязательно в таком формате. Минуты, двоеточие, секунды. И можно здесь просмотреть, это будет показано, как это будет выглядеть. То есть вот желтенькая полосочка. В это время будет реклама. Можем посмотреть, как это выглядит. Все, то есть мы просмотрели, если не нравится, поменяли время, вот, ну, я же говорю, это все уже сделано автоматически, это удобно, потому что если у вас много роликов, то вручную пройтись по каждому и перенастроить, это достаточно занимает много времени. В данном случае этого делать не надо, но все равно проверьте, уточняю, что вчера еще у меня доллары были серенькие в менеджере видео, на следующий день они позеленели, то есть настройка прошла автоматически. Так, дальше с этим разобрались. Пришло следующее письмо к вам на следующий день, после того, как вы подключили уже свой канал к партнерке. И вам его нужно открыть и перейти настроить свой личный кабинет. Значит, читаем все внимательно, переходим по этой ссылке. Значит, если вы вдруг настраиваете в свой кабинет и потеряли вот это письмо, мало ли бывает, ну, не нашли на почте, давно это было, не настроили сразу, то я сейчас вам под видео выложу копировать адрес ссылки на кабинет. То есть можно просто перейти, а я вам потом под видео... Ага, он уже у меня настроенный. А ну-ка, ставить сейчас...
Значит, на следующий день после подключения канала к партнерке вы получите следующее письмо, в котором будет сказано и рассказано, как подключить себе кабинет, личный кабинет в Аире. Значит, нужно будет перейти по ссылке и дальше сделать все по инструкции, как работать в личном кабинете. Вот открываем инструкцию. Пока инструкция открывается, переходим по этой ссылке и вводим здесь свой пароль. Повторяем пароль. И дальше я вам очень рекомендую поставить, ну, здесь обязательно надо ставить галочку, и здесь тоже новости партнерской программы и медиа сети АИР. То есть вам будет приглашение приходить на почту, на прямые эфиры, там, где будут рассказывать, как продвигать канал, и там, где можно будет задать в прямом эфире вопросы. Так, сохранить изменения. Опять-таки, все, что я сейчас делаю, вот я открыла инструкцию, есть в инструкции. Обязательно пройдите здесь, я не буду все поэтапно показывать, тут очень все понятно, доступно объяснено, много ценной информации, вы обязательно ее просмотрите, это в ваших интересах, чтобы полноценно пользоваться этим кабинетом и получать доход. Там нужно будет реквизиты свои банковские и кошельков заполнить. И здесь также показано, как получить выплаты и куда писать в случае, если какие-то у вас будут вопросы. Обязательно пройдите эту инструкцию, я ссылку на инструкцию оставлю под видео. Вдруг вы потеряли это письмо. Я обе ссылки, эту и на инструкцию, оставлю под видео. Далее. Оставайтесь на связи. Здесь тоже в этом письме много, конечно, информации. Прочитайте. Опять-таки, повторюсь, это в ваших интересах. Их не YouTube, ВКонтакте, Facebook, Google+. И самое главное, что вот по всем вопросам, настройки, оптимизации, авторские права и прочее, обращаемся вот по этому адресу. Я тоже его оставлю под данным видео. Значит, следующий этап, когда мы прошли эти 3 или там 4 этапа получилось, нам нужно получить свою реферальную ссылку на партнерскую программу. То есть, что нужно сделать? На вот этот вот адрес написать письмо с просьбой выслать вам вашу реферальную ссылку. Как мы это делаем? Копируем адрес, написать, вставляем адрес, тема. Пишем «Вышлите мою реф-ссылку». И в тексте письма пишем «Здравствуйте, я подключил или подключила свой канал к партнерской сети АИР. Прошу выслать мою реферальную ссылку. Мой канал» и вставляйте ссылку на ваш канал, прямую ссылочку. Вот, собственно, и все. Отправляете это письмо и ожидаете на следующий день или через день, если это не выходные, конечно же, получите свою реферальную ссылку, которую я вам очень рекомендую разместить под каждым своим видео. А это делается легко. И к вам будут просто подключаться автоматически другие каналы, потому что вас смотрят, естественно, читают описание к видео. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Возможно, кто-то ко мне именно таким же образом и попал, потому что в основном регистрируются автоматически. И ко мне люди как бы потом даже и не обращаются с вопросами. Так, вот, допустим, заходим на любое мое видео. Это мой канал, который давно уже подключен. Открываем еще. И вот под каждым моим видео есть описание видео, допустим, да, и потом информация PS по скриптам. Если у вашего канала, у вашего YouTube канала более 3000 просмотров, так, нет, не это видео. Если у вашего YouTube канала более 3000 просмотров, и вы планируете развивать его и зарабатывать на своем YouTube канале, то заполните форму по ссылке и моя реферальная ссылка. Преимущество работы с партнеркой АИР. Официальный договор, поддержка через электронную почту, скайп, соцсетях. Партнерка АИР монетизирует каналы, которые не монетизируют YouTube. Например, каналы геймеров, каналы
с обзорами видеоигр. Количество коммерческих показов в несколько раз выше по сравнению с обычной монетизацией видео на YouTube. Например, было 2000 коммерческих показов на 10 тысяч просмотров, стало 20 тысяч коммерческих показов на 10 тысяч просмотров. Распределение дохода 70 на 30, ваши 70, 30 партнерки. Выплаты ежемесячно или ежеквартально. Способы оплаты на банковскую карту, PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, Kiwi, денежные банковские переводы. Реферальная программа как дополнительный источник дохода. Вот, вот такая вот, ну и ответ на заявку приходит в течение 2 рабочих дней. То есть это я написала для того, чтобы люди понимали, что может не сразу прийти ответ, чтобы они ждали, они кидались сразу звонить мне и спрашивать, почему им ничего не отвечают. Вот такую вот информацию разместите у себя сразу в настройках. Значит, сейчас покажу сразу, как это делается. Заходим в мой канал. Есть настройки по умолчанию, где вы можете указать кусочек, ну, то есть сразу определить название, которое будет ко всем видео автоматически ставить, описание и теги. Так, 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 так. Вот так вот прямо копируем. Заходим в менеджер видео и находим настройки по умолчанию. Раздел «Канал», «Загрузка видео». И вот здесь вы можете настройки по умолчанию себе сделать. И вот в описании я как раз пишу вот так вот обычно, чтобы на всех видео было одинаково. Так, сначала вот так, потом вот так и вот так. И вот такая вот картина получается. Значит, здесь у меня выше будет описание, которое я добавляю уже при добавлении каждого видео. Кстати, сюда же можно сразу поставить свои контактные данные. То есть писать, если вы хотите давать информацию о себе, то можно сразу здесь писать Skype, ВКонтакте, в Фейсбуке, там телефон, если хотите, ну, в общем, свои контактные данные, email. Вот, и дальше вот эту информацию. Сюда, конечно же, вот тут ссылка скопировалась не полностью. Вы сюда вставляете свою реферальную ссылочку, которую вам пришлют на следующий день. И все ваши видео, которые новые будут загружаться, во всех видео будет данная информация. Так, а что делать? Так, сохранить. Кстати, здесь же можно и теги добавить. По-моему, да, вот теги можно. Если у вас канал по какой-то определенной тематике, вы можете сразу писать теги, а потом уже на каждом видео добавлять какие-то индивидуальные к видео теги. Значит, что еще можно сделать? Если у вас на канале много видео, и понятно, это мы к новым видео добавляем описание, но мы можем, менеджер видео надо зайти, мы можем добавить сразу во все видео, которые есть, какую-то информацию исправить. Значит, что нужно сделать? Заходим в менеджер видео, ставим галочку, чтобы выбрать все видео, под которыми вы хотите написать этот текст. Ну, я выбираю все видео, естественно. Действия. Дополнительные действия. И вот, смотрите, здесь ищем описание. Открывается вкладочка. Описание. И вот сюда мы можем вставить уже тот же текст, и он будет распространяться на все наши видео. Потом можно установить, удалить, то есть что-то добавить или убрать, если есть текст одинаковый у всех видео, то есть скорректировать. А, кстати, вот смотрите, на этой странице выбрано 30 видео. Выберите все свои видео. Вот так нужно нажать, чтобы все видео выбрались. Ну, естественно, потом нужно отправить. И через какое-то время описание добавится ко всем видео. Вот выбраны все ваши видео. Так, что еще можно сделать для увеличения вашего дохода на канале? Обязательно создайте вот такой вот ролик. Вы, наверное, замечали, уже у многих есть подобные вещи. Это повышает количество показа рекламы и переходов по ней. То есть вот такое вот видео мешает реклама, просто закройте его, нажав на крестик. Создаете такую картинку, записываете через Camtasia и добавляете тоже. Это можно добавить на каждое видео, сейчас покажу где. Это повышает доход вашего канала. Почему? Потому что, скорее всего, люди, ну, обращая на это внимание, закрывают рекламу, а каждый
вот этот, каждая закрытая реклама засчитывается как переход, наверное. Я не знаю, 100% это или нет. Или, возможно, кликают больше по рекламе, случайно промахиваются. Ну, то, что такое предложение закрыть рекламу повышает доход канала, это уже проверено. Поэтому не будем гадать, почему это происходит, за счет чего. Просто сделайте это и получайте больше денег. Сейчас покажу, как это сделать. Ну, во-первых, надо записать это не более 3 секунд, такое видео. Заходим в мой канал «Менеджер видео». Канал, фирменный стиль, короткая заставка для вашего видео, добавить фирменную заставку. И здесь будут все ваши видеоролики загруженные, которые продолжительностью менее 3 секунд. То есть вот ваше вот это видео должно быть менее 3 секунд. Если вы его выбираете, нажимаете сохранить, то в течение какого-то времени оно загрузится на каждый ролик. И перед каждым роликом будет вот такое вот оповещение. Вот, в общем-то, и все, что я хотела сказать в данном видео. Я надеюсь, вы используете все мои советы и будете зарабатывать больше. Соответственно, я тоже буду зарабатывать больше. Ну или если вы не у меня в структуре, то будут зарабатывать больше ваши вышестоящие партнеры. А я вам желаю всего самого лучшего, большого количества просмотров и вообще продвижения вашего канала YouTube. Всем больших успехов! С вами на связи была Виктория Катаченко. Пока-пока!